Ну, не получилось выиграть, надо выигрывать. И, в принципе, в конце хорошо играли, где-то надо получше, может быть, начать. Все говорят про Швецию, что хорошая оборона и так далее могут подключаться. А вот в атаке и так далее заметили сегодня или нет? Ну, они старались подключаться. Мне кажется, нападающие наши делали хорошую работу, возвращались, в принципе, особо не давали им там развернуться, защитникам там подключаться. И в среднем периоде, когда начали уже там по активной чужой зоне играть, садиться на них, то и, в принципе, у них пошли ошибки. А, почти вытащили игру буквально там, на последних минутах. А вот расскажи об этом, атмосфера и так далее. Ну, как все хотят выиграть, да, там здорово, что забили, но, вот, к сожалению, второй гол не засчитали, поэтому ничего не сделаешь. Положительные моменты сегодняшнего матча можно взять? Ну, мне кажется, третий период может занести себя в актив. Хорошо играли, активно в той зоне, в принципе, давили, и как бы не упускали их из зоны. Приходилось просто уводить шайбу из зоны, без там раскатывать, без всего. И лучше уже выглядели к концу игры. Хорошо, что смогли забить к концу, я бы сказал.